Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там что, все ли в целости. И надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. И цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так: «Колись, сука, кто такой? Из какой группировки?» Тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. «Кто такой?» – спрашиваю. А тот опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. «Слышишь, скотина, я сейчас тебе вообще оторву все! Отвечай, кто такой, быстро!» А сверху такой сиплый слабый голос. «Контролер я!» «А какого молчал, сволочь?» «Так я же не мой!» Привет, брат! Ну? Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Да чё ты топчешься?
Давай, давай, не задерживайся. Здравствуй, сталкер. Так, балабонь быстрее, чё надо? Хер с ним, короче.
где оказался, непонятно. Пушку-то спрячь. О, вот теперь подходи, пообщаемся. Thank you.
Будет чего интересного заходить. Наш Скадовск всегда на месте. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Здравствуй! Самые ленивые — это военные. Сталкеров на самом кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Нет, ты не прав. Самые ленивые — это торговцы. Я вот знаю одного, так он специально пораньше встает, чтоб подольше ни хрена не делал. Привет, брат! Ну, привет!
Да пошли они все, шакалы они, товарищи. Веры никому нет. Думаю, за два дня управимся. Там делов-то всего ничего. Хорошо бы только без лишнего шума обойтись.
Жмур, он добрый. Жмур сейчас со мной поделится, ага. Все пощупаем. Thank you.
сыпаем. Сколько-то оно все уже без мазы. Вот это, блин, басота попадается. Конкретно басота. Сейчас пощупаем. Опа, опа, и что у нас тут? Жмуран-то оно уже все без мазы. Да зачем я сюда лаз? Thank you.
Ну, чтобы руки не дрожали. Это чтобы работа спорилась? Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся.
С утратами, блин, сплошные. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой.